Будете снимать, да? Я звук выключу. Видите там? Так, ну, можно использовать любой гель, вот это актив гель называется, с экстрактом икры, с витаминами А, Д, В, С, способствует интенсивному питанию, регенерации, омолаживанию, гиалуроновая кислота сюда входит, также соответствует лифтингу, тонизации и увлажнению кожи, и, соответственно, питает. Вот она такая белая, потому что прозрачная жидкость с гиалуроновой кислотой. Наносится мягкими, нежными движениями, такими обволакивающими по массажным линиям. И если мы собираемся в дальнейшем ставить хиджаму, да, то нам надо улучшить питание, чтобы кровь прильнула, то массаж делается для этого не такой легенький, а немножко поинтенсивней, посильнее чуть-чуть.